прекрасный шанс реализовать себя и вообще показать и найти в себе какую-то ту искру, которую мы потом с Ольгой Владимировной, да, пытались раздуть в целый костер. Мне кажется, у нас сегодня это получилось. Ребята вышли очень достойно, они очень достойно себя показали, они прекрасно спели, прям очень все хорошо получилось. Но я думаю, по зрителям, по аплодисментам это было заметно. Мечта, которую я хочу воплотить в жизнь. Чтобы ее воплотить в жизнь, надо работать. Мне это очень нравится. У меня очень много было частных педагогов именно по эстрадному вокалу. Даже вот здесь, к примеру, у меня педагог Алена Вазерова. В Москве у меня педагог Делина Григорян, которая в 2010 году готовила девочку на Евровидение от Армении. Вот эти педагоги дали мне в свое время ту основу музыкальную, которую я сейчас использую для своего творчества и для подготовки использовал вот наших ребят. Я профессионально не занималась ни разу вокалом, просто так для себя. В данном случае приходилось выбирать из многих, из хороших, но приходилось выбирать самых-самых лучших, поэтому мы выбрали тех, которые обладают и тембральными особенностями, так сказать, товарной внешностью. Я не верю в чудеса, но летит машина в небеса, и теперь я твой супергерой. Сначала учились по-другому дышать, прям чисто по-вокальному. Вот. Потом мы выбирали репертуар. И так, собственно, мы 2 или 3 месяца работали с ними. Все участники были на достойном уровне. Пришлось постараться.